Вчера общался с приятелем, который живет в Аргентине, и он мне рассказал вот такую историю. У них в Аргентине, когда ты снимаешь квартиру, ты даешь за месяц вперед и плюс залог, ну, если там вдруг повредишь недвижимость или еще что-то с ней случится. Так вот, вот этот залог в большинстве случаев хозяева квартиры отказываются возвращать, ну, находя там разные причины, как бы его не вернуть. И это происходит там в 90% случаев. Ему тут нужно было съезжать. Собственнику квартиры сказал, что, чувак, как бы я съезжаю через месяц, у меня денег нет сейчас оплатить тебе за месяц вперед, поэтому вот возьми из залога, и как бы все, мы рассчитаемся. Можешь прийти, проверить квартиру, она в полном порядке, все хорошо, никаких претензий у тебя не возникнуть не может. Он начал возникать: да как так, да почему, да у нас так не положено, да ты должен сначала оплатить, а потом я тебе верну. На что он ему ответил, что, чувак, ну нету денег, все, нет денег, не могу тебе ничего дать. В итоге собственник квартиры сказал последнюю фразу, на которой все стало понятно. Он ему сказал: а на что я теперь целый месяц, по-твоему, должен жить? Ну вы поняли, да?